Эти ребята приехали в Калининскую школу-интернат не только из Саратовской, но и из других областей. Школа санаторная. А как известно, здоровье зависит и от настроения. Вот почему так важно, чтобы, к примеру, урок труда был для них не просто урок, а интересное по душе дело. И преподаватели, любимые, и товарищи надежные. Ведь дети оторваны от родного дома, и это непросто. Они с удовольствием работают в теплице и оранжерее. Какую профессию изберут они в дальнейшем, пока неизвестно. Важно, что вырастут они трудолюбивыми и самостоятельными. Научатся уважать друг друга и думать не только о себе, научатся дружить и мечтать.